Твери продолжается строительство нового здания детской областной клинической больницы. По поручению губернатора Игоря Рудени в региональном правительстве прошло совещание о ходе реализации проекта с участием представителей региональных ведомств группы компаний «Ростех». Рассмотрены ключевые параметры стройки, график и финансирование работ, планы по закупке оборудования. Сейчас на объекте возводятся железобетонные конструкции первого, второго и третьего этажей различных корпусов. Ведется гидроизоляция подвала. К площадке подведены сети электроводоснабжения и водоотведения. При этом применяются современные стандарты планировки пространства, передовые отечественные технологии и материалы. Кроме того, запланировано комплексное развитие прилегающей территории. Открытие нового стационара позволит создать в Твери современный кластер оказания медицинской помощи, который объединит ведущие учреждения здравоохранения региона – перинатальный центр, ОКБ, диагностический центр медицинского университета.